что для этого надо делать? Надо запастись терпением. И лучше, например, приходить в один и тот же час. Например, в 4. В 3 часа я буду уже радоваться и быть счастливым. А в 4 часа я буду тревожиться и волноваться. Я почувствую цену счастья. Мы в ответе за тех, кого приручили.